Ну что, друзья, наши дорогие, всем привет! Вы на канале У Черновых. Я знаю, что вы по нам скучали, привет, и мы по вам тоже как скучали. Как вы изменились, выросли, похорошели. Блин, ребятки, ну сколько лет, сколько зим. Надеемся, вы тоже так нас рады видеть, как мы вас. Я сегодня вышла с маникюра с первыми подарочками ко дню рождения. Да, у нас уже скоро. Но не спешите поздравлять, вы еще успеваете купить подарки и цветы, до субботы много времени. Цветочек для дома. Я еще не придумала имя. Если вы знаете название, напишите. Но так как мы ехали сразу на дачу, он пока будет на каникулах у нас в нашей комнате. Вернемся к комнате. У нас ремонт. Рум-тур по ремонту. Те, кто подписан на Инстаграм, конечно же, все видели. А вас вот мы просим посмотреть. Ну что, вы готовы? Давайте, на раз, два, три. Раз, два, три. Та-дам. А что ты подушечку не убрал? Ай, забыл бананчик. Подождите, убрать. Надо убрать, чтобы было все красиво. Короче, смотрите, мы почти закончили. Ребят, осталось приобрести в Икее шторки. Мы уже их выбрали, надо привезти. А осталось еще кое-что сюда приобрести. Угу. Вот люстру сменить. Сменить люстру. Смотрите, он пока здесь побудет. Вот наши новые комоды. Смотри. Обалдеть, красиво, кстати, он здесь очень смотрит. Свечечка здесь очень сильно вкусно пахнет. Понюхайте. Что еще? Разложили вещи. Помните, как мы думали, влезут ли в комоды все наши вещи после шкафа? Ребят, смотрите. Что? Пустая полка осталась. Шикардос, Саня. А так в основном детские разложили. Полотенчики. Смотрите, как удобно для детей. Лайфхак. Чего ты так далеко? Ты не бойся меня. Вот так вот с калачиком сложили. Они взяли, также положили. Очень удобно. Вот смотрите, очень удобно. Все? Зеркало надо показать. Здесь тоже оставили. А вот за наше зеркало, видите? Смотрите. Окно в Европу. Слышишь, а мы тоже пшикалку купили, зеркало помыть. Где оно? Это все в машине. Чьей? У тебя. В машине. Посмотрите, как заиграл по-новому ковер. Значит, зеркало не помоем. Красненький, да? На вот этом замечательном полу. Поле. Полу. Да, Зая? Покрытие. Нет, ну смотрите, как классно. Пол. Вы там все в восторге, как мы сделали пол. Зеркало, которое вы еще не видели, мы его купили. Здесь стало очень классно. А с цветком, так посмотри, как. Ты даже будешь дико удивлена? Я купил акрил. Акрил. Акрил? Акрил. А, силикон купил, короче, чтобы промазать углы, Зая. Да, мы не закончили. Акрил. А я все. Акрил купил. Акрил. Скороговорка. Ребят, давайте. Все как обычно. Ну что, ребятки, спрячьте, пожалуйста, мои конфетки, солнышко. Спрячь от солнца. Ну какие изменения на даче? Никаких. Мы здесь жили со среды по понедельник. Весь этот отпуск мы практически весь прожили на даче. Все, видите, никаких изменений. Стол вы видели, мы начали делать? Стол не видели, но, видели. Да, но мы его, посмотрите, кстати, какой у меня новый маникюр. Это просто бомба-пушка. Я не знаю, как еще назвать, но я сменила форму. Мы с Мариночкой так поэкспериментировали. Очень классно. Молочный трендовый оттенок. Мне непривычно. Квадрата никогда в жизни не было. Кстати, напишите в комментариях, что вы носите. Там овал, миндаль или острые сабли, или что вы любите. Я вот всегда ходила с овалом или миндалем. Но тут... Блин, ну интересно. Класс. Здесь мы тоже кое-что придумали. Нам не хватает здесь одна полоса вот таких вот плит. Потому что мы в депо поедем и купим одну полосу. Да, потому что здесь штук. Будет тоже обновление. Ну, пойдемте погуляем. Вы соскучились по нашей даче. Кстати, пока был ремонт внизу, мы все дни со среды по воскресенье спали наверху. Нам было безумно классно, уютно, тепло, хорошо. Здесь ничего нового, кроме того, что мы кушаем огурцы с наших грядок. Огород весь зарос. Кроты так и лазят. Мы их ловим. Мята выросла, будем сегодня делать мохито безалкогольный. Кротов ловим, приходит сосед помогать ловить крота, розу нужно подвязать. А так все заросло, даже наш огород. Не смотрите, у нас не будет никакого урожая, вообще забудьте про это. Дерево, которое, помните, мы с вами выращивали с самого... Вы смотрите, как классно. А еще, что еще у нас здесь? Да ничего, ребятки, все по-старому. Все хорошо. Слушай, а новых ям, что ли, мало? Что? Новых кучек мало, или мне кажется? Ну? Мало. Не поймали? Нет.
Не поймали. Две или три ловушки у нас стоит. Вот такие. Вот ловушки у нас стоят 4 штуки здесь. 4 даже. Да, потому что сосед тоже подошел ко мне, увидел, он говорит, боже. Ну, у нас, мне кажется, на единственном участке здесь столько много. И поэтому он сказал, давай вместе будем с тобой ловить. Но крот, он такой умный, ай, что вообще просто не поймать. Ну, в общем, ребят, вливаемся в ритм, в режим, надеемся, вы рады. Это мы узнаем по лайкам, комментариям и так далее, по вашей обратной связи, насколько вы нас ждали, как вы рады. Уже столько вас писало, писали нам в Телеграм, все ли у нас хорошо, когда мы вернемся, мы просто отдыхаем или у нас что-то случилось. Писали в Инстаграм каждый день, а мне писали, хватит Настя снимать сторис, вы можете снимать просто влоги. А директор канала отдыхал. Я ничего не могла с этим поделать. Я директор канала раз в пятилетку берет себе отпуск на канале. Ну пусть отдыхает. Все. Все, ребятки, мы с вами, вы с нами. Давайте дальше тусить. Я еще вчера, видите, волосы красила. Вчера у косметолога была. Очень классно мне делали процедуру впервые. Была у того же самого косметолога, куда хожу. Мне делали миндальный пилинг с чисточкой. Классно было, круто. Плюс у нее очень много новиночек, таких каких-то классных процедур. И я буду ходить с курсом целым. Короче, все вам расскажу. И волосы мне вчера покрасила Эрика, видите, как классно. Наконец-то. В этот раз что-то быстро волосы выросли. Я обычно раньше красилась раз в 4 месяца. Корни. Ну, примерно. А тут за 2 месяца я уже поняла, что мне срочно надо покраситься, девчонки. Что за трэш? Наверное, витамины для волос. Ну что? Что, наши дорогие? Короче, заехали мы там по магазинчикам. Вот когда мы едем на дачу, мы без магазинчика депо никак не можем проехать мимо. Заехали, взяли вот такие вот брусочки тоненькие, видите, 3-метровые, 5 штук. Каждый брусочек, да, вот этот маленький, стоит 3,60. Представляете, одна вот эта палочка стоит 3,60. Я их взял 5 штук для нашего нового стола, потому что хочется сегодня забабахать стол. Помимо этих брусочков, заехали в Lidl и увидел вот такое вот зарядка для аккумулятора. Давно хотел такую вещь приобрести. Не знаю, понравится она мне, не понравится. Если у кого-то есть, пишите комментарии, довольны ли вы это или нет. Так, еще мы купили краску для наших вот этих досок. Видите, теперь я вожу запаску всегда с собою. Силикон, нет, это акрил. 2 акрила взял, чтобы пройти углы в доме. И, конечно, для стола взял вот такие вот шурупы. Сегодня будем с вами все это делать и увидите более подробно. Стол должен получиться очень классный. Ну что, друзья, приступаем, не будем затягивать. Вот наш стол, да, который мы красили. Нашли вот такую вот металлическую раму, которую я несколько раз уже хотел выкидывать. Потом я ее оставлял, говорил, что пригодится, и на самом деле она пригодилась. Мы сейчас будем здесь делать стол. И сначала мы измерим расстояние досочек, мы их отпилим, отрежем, потом возьмем их, покрасим и уже потом будем прикручивать. Сначала мы измеряем наш стол, да? Вы, наверное, по этой рубрике соскучились. Пошел мне на помощь, нет? Давай папа берет досочку уже одну, да, сюда. Досочки дорогие, дерево у нас в магазине очень дорогое. И теперь мы берем, мы измерили, держи там. Да, нет, руками. Давай, держи. Я аккуратненько. Держи, молодец. Опа, все, одна есть. Да. На стол установи. Теперь дальше берем. Ай. Вот сюда остановим. Пап,
Короче, смотрите, вот этот у нас получается первый ярус. Первый ряд, да? Сейчас мы должны делать с вами второй ряд. Вообще красота, лепота, не? Макс, ну аккуратно. Палки у меня закончились. Смотрите, как обидно. Ну не хватило, ну не хватило. Раз, два, три, четыре. Ну, четыре палочек. Блин. Ай-яй-яй. Была бы дача ближе, я бы реально сел бы в машину и поехал бы за одной палкой длинной. Ой-ой-ой. Ну ладно. Ладно, что уже делать? Ничего уже не сделать. Позже это закончим. Но это мы сегодня сделаем. Забабахаем. Ой. Для того, чтобы наш стол мог стоять спокойно на улице и не боялся влагу, я сейчас каждую досочку обрабатываю вот такой вот, такой вот краской. Типа как цвет дуба. Вот. Эта баночка краски стоит, кстати, 4 евро. Сейчас мы быстренько покрасим. Она, кстати, быстро сохнет. И очень шикарно защищает дерево. Шикарно. У нас этой же краской покрашена одна беседка, другая беседка покрашена. И я доволен. Конечно, со временем нужно будет покрасить еще раз все полностью, каждую беседку. Но, допустим, вот та беседка, где мы кушаем, да, она уже покрашена, я не знаю, ну, года 3 точно, даже если не больше, и все в порядке. Так что берем и каждую досочку красим, каждую. Влог, снимаем влог. Короче, смотрите, досочки уже высохли, да? И я стал просверливать дырки. Взял свой шуруповерт. Завтра в 12, да. Шуруповерт, сверло по металлу. Изначально я хотел просверливать отсюда. Но отсюда мне не получалось просверливать, потому что мне мешала верхняя железка. И поэтому мне пришлось стал этот переворачивать и делать дырки насквозь с обратной стороны. А сейчас мы будем все это переворачивать и будем закручивать доски с нужной стороны. Как-то вот так вот. Так, ну что, поставили камеру. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится. Так, вот так вот мы аккуратненько переворачиваем. Аккуратненько. Сейчас мы оставим наклончики, чтобы она стояла. Чтобы наши досочки не упали. Вау, вот так вот. И вот и теперь мы берем и ее прикручиваем вот этими вот шайбочками. Видите, вот такие вот маленькие шайбочки. И также я взял гаечки, чтобы все это не раскручивалось, чтобы было, знаете как, навсегда. Так, а пока в это время Полина вам покажет сюрприз, чем она занимается какое-то уже время, да? Давай, раз, два. Это почти как у меня маникюр. Ну, видите? Не почти. Ну, у меня покороче. А знаете, что я делаю в кафе, и мне надо вот с этими. Как я ножницы беру? Не вопрос, как я мусор собираю. Я сама не знаю. Мне надо сейчас сделать кафе из бумаги. Не знаю как. А еще покажи свою татуировку в честь маминого дня рождения. Она себе сделала тату. Мама Настя. Ну непонятно, ну ладно. А ночью она татушка вся на пузе отпечаталась. Когда я вот так вот спала. Да. Ну там серое такое. Да, ну иди. Мама. Максим тоже хочет со всеми поздороваться? У тебя там игра? Да, новая? У меня получается вот такой кулак. Ты же вся измазюкалась, слушай. Макс, передай всем подписчикам привет. По тебе тоже скучают. Привет, я Макс. А расскажи-ка быстренько, Максим, у кого скоро день рождения? У тебя. Скажи, скажи, у меня. А еще у кого перед тобой? Мама. У мамы, да? У Полинки тоже скоро, после тебя. Осень. А у папы зимой.
И Максимка, расскажи быстренько всем, сколько тебе... Не надо орать и ссориться. Сколько тебе будет лет? А как сказать это? 4. 4, умничка. А сейчас сколько? А еще... Ну ладно, ладно, слушай, Максим, 3, да? А слышишь? А ты в садик хочешь? Нет. Почему? Мама, я школу точно мамой не лучше. Хочу. Да. Ты не хочешь школу? Угу. Хочешь школу? Ну, честно. Нет. Не хочешь? А вот скажи, сейчас остался всего месяц, август. По погоде есть ощущение, что пора покупать рюкзак, тетрадки и прибирать письменный стол. А потому что... И это от этого грустно! Я не хочу школу, нет, потому что я не смогу вот такими делами заниматься. Я прихожу из школы где-то в 10 вечера. Да, конечно. Короче, у нас реально такая погода. У нас четкое ощущение осени, да, есть? Блин, нужно было болты брать подлиннее. Реально, вот кажется, что ну, днем, может быть, поймаете тепло чуть-чуть, но на пляж не хочется. Мы недавно вот ходили, гуляли, там посидели просто на пляже, там была музыка живая. Ну, так классно было. Но нет ощущения, что хочется купаться, загорать. Есть ощущение, что пора покупать школьную форму и тетрадки. Вот это есть ощущение. Короче, даже если сейчас наступит какая-нибудь жара в августе, это все равно уже не так будет ощущаться, как в мае. Что-то не так, да? Да все так. Нужные болты, которые мне нужны были, депа не было. Длинные я брать не хотел, а взял в тютельку. И, в общем, она не прикручивается, да? Прикручивается, но геморройно. Ну, ты любишь с геморроем что-то делать. Ага, очень, обожаю. А не было других болтов, может, надо было подождать просто их. Что? Подождать надо было. Подождать? А мы умеем ждать? В другом магазине, может быть, надо было. Поехали в другой магазин. Короче, у нас дети разводят костер. Мама, там птицы. Там мусор плюс. Полина построила вот такую вот эту. Мам, еще не хватает. Да. Ау. Упал ты, да. Хочешь рассказать, как ты упал? Мама, так. Да, да, мне кажется, Полин, далеко она. Вот так, вот оставь так. И давай бумажку и спички. Не умею. Давай бумажку. Мам, нет, сначала надо зажечь. Да, папа? Дай, пожалуйста, бумажку. Мама знает, как делать костер. С мамой спасибо. Можно идти в лес. Если она сделает так, какую брусчатку ей можно будет. Вот если ты... А что? Мы, когда ты уезжал, здесь растапливали, разжигали его, я не знаю. А, все, у меня спички уже закончились. Этими спичками можно было пользоваться еще месяц, Зая. Ну, что ты сделал? Они уже закончились. 3 цента с тебя. А мы тут разжигали, между прочим, минут 40. Пока мне не позвонили, не спросили, как это делать. Неправда, когда тебе позвонили, мы уже разожгли. Господи, я еще неправильно спичку зажигаю. Пожалуйста, гори. Гори, гори. Все, все, пожалуйста. Она здесь уже целый час мучается этот костер делать, блин. Это, знаете, это огненный знак и пришла рыбка, водяной знак, посмотрите. Я своим дыханием разжег костер. Папа, она своим присутствием все спички папа, испортила. Это...
Пап, вот это надо? Не надо. Маме. Нет, нет. Теперь понятно, да, кто из нас огонь, а кто из нас вода. Очень, конечно, обидно, что мне не хватило одной длинной доски, а если ее разрезать, то мне не хватило 6 маленьких досочек. Вот такой вот у нас столик получается. Я планировал его сегодня закончить, но у меня не получается это сделать, потому что, как и говорю, что не хватило досочек. Так что нужно будет раскошелиться и 3,60 потратить и купить одну доску. А так, мне кажется, столик получается даже хорошо, красиво. Мне нравится. А вам? Ой. Честно говоря, вот сколько вот нас не было сейчас в эфире, как долго мы не снимали видео, я скучал. Скучал по камере, потому что я привык к камере. Привык к тому, что она все время у меня в руке. То, что я снимаю, показываю вам. Короче, в прошлый раз, когда я не снимал, когда я был в отпуску, я акрилом прошел все углы, снизу и сверху. Но мне хватило только на полкомнаты, и поэтому, видите, вот там вот та вот щель, вот здесь вот такая вот щель, видите, да? Сейчас мы возьмем все это акрильчиком, все это пройдем. А почему акрильчиком? Потому что акрил можно красить сверху, а силикон красить нельзя. Мы уже, видите, приготовили здесь постельное белье. Сегодня будем спать здесь. Ну и, кстати, прикольно спать наверху тоже, на втором этаже. Так что сейчас потихонечку возьмем эти швы и, опа, замажем. Так, вот сюда все. Вот сюда все. А там вот, где сейчас стоит зеркало, в будущем я хочу сделать дверь. И там хочу сделать комнату. Большую комнату. Нам с Настюшей спальню. А, вот Настюша там вам машет. Я прохожу акрилом. Кирилл проходит акрилом. Да? Вот. Но это нужно делать только будет тогда, когда мы оформим все документы по-новому на кооператив, на дачу. Когда у нас будет все это готово, тогда мы начнем делать фундамент. В голове уже есть план, в голове уже есть проект. Опа! Ну а пока мажем все акрилом. Каждый уголочек. Алло. Да, все, тихо. Не лезьте сюда в трусах. Короче, мы прикольно сделали комнату так, что даже здесь хочется находиться. Но знаете, что не хватает? Вот здесь, вот в этом месте не хватает телека. Но телек тоже будет. Я хочу сказать, сидит, обнаглел, ничего не делает. Я время, отдыхаю сегодня. Подожди, 21:19, солнце еще высоко, а он лежит уже в комнате. Его раньше было, раньше 12, закрой ящик. Не загнать, да? Не загнать в комнату, мы уже шли спать уже давно, а он там все на улице что-то возился до темноты. А сейчас, видите, балдеет сидит, телеки выбирает. Короче, я уже сходила, помылась, посидела, подышала лавандой. Я там капнула себе лавандой. Да, кстати, пакетно. Прикольно масло это. Лавандой? Прикольно, да. Слушайте, я, наверное, вышла для лаванды, да, там пахнет? Потому что, я не знаю, у меня вообще голова разболелась. У меня весь вечер сильно-сильно болит голова. Я уже думала, может, я там подышу в лаванду, и она пройдет. Но не прошла пока. Не знаю, может, давай будем пить, смысл есть? Нет. Если я ночью мучиться буду. А, тогда надо пить. Я сейчас принесу. Нет, только нет смысла пить надо. Нет, я тебе принесу еще таблетку. А, цветочки я показывала, да? Товарищи, нам с вами было очень уютно провести этот день. Мы немножко уже сонные. Увидимся завтра. Мы в строю. Вы тоже. Угу. Надеюсь. Комментарии, подписки, лайки. Все, ну не забывайте ничего. Пишите комментарии, да, пишите, поболтаем с вами. И еще я хотела сказать, по-любому были вопросы, которые мы пропустили, упустили. Аккуратно зеркало.
продублируйте их, пожалуйста. Вот если вы точно знаете, что вы задавали вопрос, и мы на него не ответили, просто напишите нам его еще раз. Не обижайтесь. Да? И мы сейчас на все ответим. Мам. Ну а сейчас, друзья, все, мам, давайте тихо. На сегодня та-та. Подписываемся, ставим пальчики вверх. Делимся видосиками и увидимся с вами завтра. Давайте, а там.